привет. Это тебе? У меня аллергия на цветы. Прости. Я забыл. Присаживайся. Я не знала. Ну, рассказывай. Что нового? Тебе с какого момента? Ну, давай для начала. Как прошел сегодняшний день? Как прошло? Слушай, ну он мне прям как чужой человек. Карин, ну... Он в любом случае не прав. Но, тем не менее, он же первый решил начать общаться. Многие отцы на это так и не решаются после того, как уходят. Да, многие не уходят. И что? Все мы совершаем ошибки. Дай ему шанс. Лер, там кто-то пришел, я тебе перезвоню. Мама сказала, что ты любишь плюшевых единорогов. На них же у тебя нет аллергии. Да, люблю. Спасибо. Пап, ты проходи.